Скоро на прилавках появятся овощи отечественной селекции. От приднестровского НИИ сельского хозяйства. На его счету сотни новых сортов и гибридов. На создание одного овощного гибрида уходит до 6 лет. Здесь сотни гибридов томатов черри, вся радуга цветов и вкусов. Но путевку в жизнь получат только лучшие из лучших. Селекционная теплица, где создаются новые гибриды, тип черри, с разной формой, с разной окраской плода. Коричневые с зелеными штрихами, розовые с желтыми штрихами, красные с желтыми штрихами. Мы сейчас работаем над созданием таких гибридов. Это гибрид будет лимонного цвета с высоким содержанием сахаров до 9, а то и 10 миллиграмм на 100 грамм массы. И очень сладкие. Я бы хотела его, конечно, назвать его как дикий мед. Этот будет. Они лимонного цвета, 10-15 граммов имеет этот гибрид. Очень интересный. На счету Марии Питюл более 30 новых томатных сортов и гибридов. Все разные и полезные, с высоким содержанием витаминов С, бета-каротина и даже ликопина. Гибрид «Восторг» имеет повышенное содержание ликопина до 6 миллиграмм на 100 грамм употребления как в детском диетическом питании, так и профилактически против онкологических заболеваний. Здесь и растут гибриды «Задор» и «Оранжевый хит». Это оранжево-плодные гибриды детерминантного типа с высоким содержанием бета-каротина. Это до 4 миллиграмм на 100 грамм. У кого аллергия на красные томаты, в основном рекомендуется томаты с оранжевой окраской плода. Томаты созреют через месяц, тогда и определят победителей гонки за урожай.